сорт скипетр. Сегодня 20 октября, как обычно. Сегодня 20 октября, солнечная погода. Вчера был дождик небольшой, но этого дождика абсолютно не видно на поле. Земля сухая, может быть даже меньше миллиметра, но он целый день моросил. Но давал нам работать в поле, пахали, чирировали. На данном поле озимая пшеница сорта. Озимая пшеница, сорт скипетр. Посеяно где-то, наверное, 15 сентября. Сеялка Rapid 4-метровый. Предшественник соя. Соя, кстати, как предшественник под озимый, не самый лучший предшественник для озимы. Не только из-за того, что это и поздно. Плюс очень большая масса еще растительных остатков здесь. То есть есть свои нюансы, проблемы с соей. Но лучше, чем другие предшественники. Может быть, после гороха будет у нас соя как предшественник. Лучше для озимой пшеницы. Норма высева здесь где-то в пределах 4 миллионов штук килограмм. Но в переводе это, наверное, будет 200 килограмм на гектар. В целом посев неплохой для скипетра. Есть кущение относительно никакое. Максимум 2. 2 стебля. Поэтому где-то кущение 2 коэффициент. Много незаделанных семян. Но вегетация еще не закончилась. Так что все неплохо.